Уже через две недели все образовательные учреждения страны распахнут свои двери перед студентами, школьниками и дошколятами. Приемка школ и детских садов в Канске завершилась неделю назад. Особых нарушений муниципальная комиссия не выявила. Но вопросы остались у преподавателей. На встрече с депутатом они активно обсуждали социальные льготы, гарантии педагогам и простые житейские нужды. У меня супруга проработала более 26 лет учительницей. Дочь закончила педуниверситет, сейчас работает по специальности. То есть мне эти проблемы знакомы. И я, как никто другой, ощущаю, значит, ту приземленность, с которой сталкиваются учителя. Они сталкиваются не только с проблемами, значит, образовательной среды, но они еще и люди, живущие в той или иной территории. И тоже на них откладываются эти проблемы. Конечно, их необходимо решать. И очень приятно, что понимание со стороны учительской среды в части единения при решении этих проблем, она видна. На встрече, которая продлилась около часа, много говорили о начислении заработной платы работникам образования. Педагоги своим доходом вполне довольны, но существующая бальная система, по их мнению, не всегда дает возможность поощрять тех, кто этого достоин. Может быть, критерии какие-то больше ввести, хотя, с другой стороны, получится, что на обработку этих же критерий будет уходить большое количество времени у тех учителей, которые занимаются именно по финансовым вопросам, распределяют это количество баллов. То есть, ну, вот в этой системе все равно нужна доработка, я так считаю. Немалую роль в обеспечении комфортных условий труда играет активная позиция не только самих педагогов, но и отдельно взятого учебного заведения. Пример тому – Канская гимназия номер 4, которая ежегодно участвует в краевых и федеральных грантовых программах. Мы получили оборудование более чем на 5 миллионов для того, чтобы реализовывать стандарты в основной школе. Да, это цифровые лаборатории, это новейшее оборудование, это интерактивное оборудование. И это тоже все влияет на качество труда, на наши образовательные услуги. Поэтому, конечно, динамика есть, но это и заставляет нас работать лучше и качественнее. Часть вопросов, которые задавали учителя, касались организации учебного процесса. Их дальнейшее обсуждение было решено вынести на ежегодный городской педсовет, который пройдет в Канске 26 августа. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости.